городском военкомате Каспийска состоялась первая отправка новобранцев весеннего призыва, посвященная Дню призывника. Дать напутственные слова и пожелать ребятам хорошей службы пришли почетные гости. Заместитель главы Гусейн Ункилов, председатель Совета ветеранов Афганистана по городу Каспийску Магометариб Якубов, председатель Совета старейшин города Ганифа Джабраилов и многие другие. Служба в армии – это такой этап каждого мужчины в жизни. Я вам желаю, чтобы вы достойно прошли этот путь, чтобы этот год пролетел незаметно, и вы вернулись к своим родителям. Как отметили присутствующие, служба в вооруженных силах – важнейший этап в биографии каждого мужчины. Здесь проходят не только хорошую школу жизни, но и приобретают настоящих друзей. Долг, честь, служба Отечеству – главные составляющие мотивации военной службы. Чтобы вы служили достойно, чтобы мы, ветераны города, наши каспийчане, старшие поколения, ваши родители, могли только гордиться вами, как вы проведете вашу службу, чтобы было все прекрасно в вашей жизни. Украсили мероприятие творческие номера воспитанников детской школы искусств имени Сергея Габабова и музыкальная патриотическая композиция Сабины Тагировой. Слушайте, Россия, суждено тебе и мне. Слушайте, Россия, удивительной стране, где солнце новое встает. В завершении военный комиссар Марат Пашаев вручил военные билеты призывникам и пожелал хорошей службы.